Мы договорились, что стесняться не будем. Молодежь давайте, в интернете тусуется. Давайте. Они симпатичные ребята, так? Вы вот. Скажете, я вначале... Нет, подождите, я все снимаю. Это я буду как бы режиссером, ладно? Хорошо, а то вы их научите. А я хочу, чтобы все было искренне. Ну так, не по тексту. Смотрите сюда. Значит, дело вот в чем. Значит, во-первых... Ой, сейчас все идут сюда. Ой, вся семья. Так, вы к нам? Нет, я собачку. Да, ну ладно. Смотрите, что получается. Давайте еще в тень. Значит, почему я остановился именно здесь? Сейчас это станет ясно. Особенно касается молодежи, потому что молодежь вообще не интересуется садоводством. Это вам упрек. Так, нет? А на огороде работаете? Тяпку умеете держать? Да. Ну, сельчане. Так, тогда я буду разговаривать вот с этой милой дамой. Представьтесь, пожалуйста. Так, меня зовут Валентина. Так вот, Валентина, да? Вот, кем вам приходится, кого вы сейчас упоминали? Так, я в гостях у своей сестры. Так, Лены. Вот. Она ездила к господину Железову, покупала рассаду именно вот этих вот саженцев. Где Нина? Где Нина? Нина сейчас занята своим делом, ее она отсутствует, но я могу подтвердить, я очень часто бываю здесь, это все происходило на моих глазах. Хорошо. Теперь дальше я чуть скажу. Итак, друзья, это, поверьте, количество просмотров моих фильмов у самых крупных, уже самых, ну, не свежих, но которые несколько лет, 50-60 тысяч. А остальные 1000, 5000, там, вот это. Ну, в принципе, уже Китай меня знает, в Америке знают. Ну, и какое-то количество россиян знает. Теперь, для чего мы здесь стоим? Я проезжал мимо вас, я сейчас еду с рынка. Дело в том, что я объясняю уже не вам, а слушателям и зрителям вот этого фильма. Я сейчас был на рынке. На рынке продавались абрикосы. Я все ведра зафиксировал на это, все. Везде среднеплодное. Я не встретил ни одного крупноплодного. Сейчас, смотрите, вот это дерево пусто. Вот там. Вот тот плодик. Сейчас. Можно ничего, что я сорвал? Конечно. Вот. Вы у меня его купили. Ну, не вы, Нина, я это помню. Вернее, так. По факт покупки не помню, но я-то езжу каждый год мимо. Да. И вы знаете, когда у меня у Железова не было культурных абрикос, только одни дикари плодоносили. 3 года назад. Помните, в дикую зиму? Да. Вот. У вас на этом абрикосе висело, как всегда, полно. Да. Теперь объясняю, так сказать, зрителям непосвященным. Подхожу, поднимаю. Енисей, видите, надеюсь? Вот это я незамерзающий Енисей. Это мы находимся от него в десятках метров. Вот это вот ГЭС, которая не Саяно-Шушенская огромная, а вспомогательная ГЭС. Вот она, это называется Майнская ГЭС. Для чего я это показываю? Климат благодатный, и здесь должно таких абрикосов быть сотни и тысячи. И кормить мы должны не те несколько десятков ведер, что я снял на рынке одномоментно. Это, кстати, очень... С одной стороны, вроде много, глаза разбегаются. Убого. Несколько десятков ведер на это. На главном рынке в воскресенье, в час дня. Ну, что это такое? Это уже остатки. Так вот, куда делись крупноплодные? Это в тени вот они растут. Ну-ка, покажите, например, на пальцах, какие вы сняли. На пальцы. Вот такие. Вот такие, просто да. Они уже отошли, вы поздновато приехали. Вот. Ну, я думаю, вам поверят. Сочные, сладкие, вот. Медовые, оранжевые, вот такие вот, это просто остались уже. Понятно, остатки. Ну, в общем, получается. Мы просто в восторге, это просто не верится. Это были вот просто теннисные мячи нынче висели. Просто шикарные. А я приехал... И люди проезжают мимо нашего двора, видят с улицы, и все останавливаются и просят, продайте. Мы практически их раздали и продали родственникам и всем, потому что это просто великолепие, это чудесные просто плоды. Вот, и вот те поздние остались, вот тоже они поменьше. Пойдемте посмотрим на поздние. Прекрасные. Вот. Значит, с королевским разобрались, но у меня тоже, кстати, они уже закончились. Ветки ломали. А это знаете, как сорт называется? Вот, ну мне ли не знать. Посмотрите, и причем, что интересно, ломали, смотрите, я показываю всем друзьям, у меня несколько поколений было привито-перепривито. Это особая работа. Вот, Железов, нет, не Железов, Мичурин тире Железов. А чисто амуры, вот они, наконец-то чисто увидел. Ваша форма, ваша вот эта линия чистая. Почему? Первое поколение, смотрите, сколько лет дереву.
Вот да. Это, наверное, одни из первых моих покупателей Нина была. Да. Вот, кстати, еще, по-моему, где-то груша была, не помните? Огромными есть. Плодами. Вон, посмотрите, давайте, лесная красавица и груша. Ой, давайте по порядку. Да. Я вот теперь точно мои, потому что груша да. это. Вот они с вас и есть. Так, давайте так, по порядку. Как самое сказали, главное, что вы, да? люди поверили, это не постановочные кадры. Угу. Вот. А это амур. Причем, вот форма, носик его. Угу. Карминокрасная краска с пятнышками. Угу. Так. Теперь, где бы нам взять спелый? Ваш чуть отстает от моего. Ну, ага, вот. Он попозже, но я все-таки, смотрите, вот он почти спелый. Угу. Я не вам, а всем показываю. В чем его прелесть? Сухая косточка. Да. Даже не сомневаюсь. Да. Сухая косточка. Да. То есть она называется сухой не чисто, потому что сухая, а потому что она легко отстает. Такой сорт. А в королевском, да, там мякоть на косточке. Да. В королевском, а здесь вот, да. Ну, мы еще подсобрали уже тоже, вчера были родственники. Ну, понятно, трясете помаленьку. Да. Значит, я обращаюсь ко всему миру. Если у нас есть такие места, если здесь, а я их таких как отслеживаю, не только вот эти ваши. Я же каждый год проезжаю и фотографии делаю. Селок Сизая Шушенского района, на той стороне, вон она, Майна. Здесь не видно отсюда этих самых домов. Вот, они чуть ниже. Вот отсюда Майна, они туда вниз начинаются. Когда было развито садоводство, здесь был только паром. И каким-то образом отстали Шушенское, несмотря на научные кадры. И там, в частности, так называемая Сизая. Сизая – это три деревни. Сизая, Никитина и Красный хутор, правильно? Почему я сказал так называемая? Деревня делится на три деревни. Отстали в садоводстве капитально. И надо было мне начать реализовывать саженцы. И здесь завелось на этой стороне несколько десятков абрикосов. Всего! И на этом коммерция моя с сизинцами закончилась. Да, слава идет, да, неубиваемые, да, железовские. Вот подтверждение. Так. И толку нет. То есть 1-2 сизинца в год приезжает за саженцем уже к моему сыну. И повторяю, это уникальнейшее место. Почему Енисей рядом? Вы заметили, что зимой здесь иней на деревьях. Вот. Мне было, так было стыдно. 2012 год. У меня пустой сад. Я имею в виду культурный. Дикие были. А культурных плодов не было. А у вас все было увешано. Вот. Я сцепил зубы, говорю, ну когда же к ним заеду и пусть подтвердят, что это мое, что это не это самое, что не я отстал уже от простых людей. Вот. Теперь давайте так. Залужение. Как я учил, никаких перекопок. Правильно? Так, ям нету. Чья школа? Вы, наверное, не в курсе дела, что я учу, что никаких ям. Если бы были ямы, абрикосы были бы уже давно мертвы. Я много нагляделся на мертвые. Вот они, красавцы. Теперь, еще хотели вы мне показать вот груши. Лесная красавица. Лесная красавица. Естественно, моя. Кто бы еще настоящую продавал? Давайте смотреть. Так, я пока вижу яблоню. Вот она. О, настоящая. У меня такое же дерево. Причем интересно, они так похожи друг на друга. Да. Форма вот эта вот. Ага. Вот эти вот веточки вот так вот. Здорово. Вот. И еще. Вы заметили, что самую сладость они набирают, когда немножко траве полежат? Заметили, нет? Или сразу идите, не дожидаясь? Они вот, наверное, поздние, да, ей нужно полежать немножко. Да, но зато после этого вкус какой у нее? Шикарный. Шикарный. Посмотрите, какая связка. Посмотрите. Вот так. Это тоже, по-моему, королевский. А это нет, это не королевский. У вас стал бы я продавать. Я всегда продаю разные, они должны пылять. Откуда вот эти сумасшедшие урожаи? Но. Откуда вот эти ветки? Вот. Это серафим. Серафим? Вот, это? Смотрите, вот этот с носиком. Да. Ярко выраженный носик, на тех даже больше был носик. А вот и не видно носы. Ага. Это амур. Так. А вот это серафим крупнее, серафим. Немножко ярче окрашенный. Но это тоже, видите, вот. Остатки. Остатки, да. Но хорош, да? Да, хорош. У меня серафим испортился. Слушай, что теперь делать? В чистоте остались только ваши. Да. А вы знаете, как подвой влияет? Я даю не вам, а слушателям. Каждое новое поколение подвой через колено ломает привой. Вот честно, приучил его к себе, да, уже держит морозы, все. У меня же холоднее намного. Я сейчас Тоторова встретил. Он на той стороне один из лидеров торговли. Вот, у него слива, он продает, а у меня еще зеленая. Представляете, как те же сорта.
Вот так. Вот. Еще раз с удовольствием. Хорошо, что показали. Да. Вот они, чудесные серафимы. Вот они. Смотрите. Вот прирост последнего года. Ага. Кто-то, кстати, обил листья. Не годится для примера. В общем, прироста почти нет. Вот, допустим, на Амуре есть. Амур у вас тоже, это еще раз подчеркиваю, я не только с вами говорю. Ага. Я вашими глазами с людьми говорю. И вашими мозгами. Вот еще раз. Амур чистый. Так. Ветка, супер ветка. Смотрите, с нее можно получить несколько прекрасных прививок. Вот. Всегда учу. На прививку берется, смотрите, отсюда две-три почки спящие. Так, сейчас левая рука трясется. Отсюда вот этот фрагмент берется, с самого низу. Это я весь мир уже учу, этого не знает никто. Вот эту, и на крайний случай вот это. Вот этот метр отрезается и выбрасывается. Вот тогда получаются другие. Они у меня, допустим, амуры крупнее ваших. Ага. Но уже изменили, форму изменили. Но это уже не стресс же, да? Ну, конечно. У нас же тоже дети все разные родятся. Конечно, это нормально. Так и тут, да. И я к чему это говорю? Вот эта ветка, если ее брать в работу, уже, так как там подвой манжурец мой, я говорю, какое счастье, что мои деревья, я знаю, о чем говорю. Вот. Она должна стоить $1000 до $10000. Это если бы, почему, институту создать подобное, начав с нуля, понадобится бюджетных денег, это опять же я вот сюда в экранчик говорю, понадобится бюджетных денег, а здесь-то уже гены манжурца и в плодах, ага. И вот подчеркиваю, для всего мира, и вот в этой веточке гены манжурца, так, вот, и им начинать не с нуля, а уже с, даже не с середины, а с конца, готовое, полностью готовое. Это как, знаете, допустим, где-то пока кто-то еще на Запорожцах ездил, кто-то взял Мерседес, разобрал, и сделал точно такие же детали, и сразу вышел на новый уровень. Так и тут. И вот это вот уникальная вещь, я говорю всем. Эх, не знаю я ваш адрес говорить, не говорить. Вот. В эту, ну, то есть во всеуслышание или стереть. Вот это уникальные вещи. Сохранился серафим, как я вам благодарен. Сохранился амур. Это сохранилось, если верить вам. Еще раз покажите, раз их нет уже этих. Вот такие были, как теннисные мячи. Да. В этом году их было меньше плодов, но очень крупные. Не пинг-понговые? Не-не-не-не. Вот теннисные. Вот такие огромные, так. Сочные, сладкие, вот прям мясистые вообще. Он, правда, зрел, вот падал и разбивался, вот прям растекался вот до такой степени. Ой, в этом году они сахаристые, прям разрезают. Да. Такое впечатление, что там они этот, сахар. Мед, медовые. Вот, теперь, друзья мои, я вас очень благодарю. Так, значит, хотите все по-настоящему, фамилия, имя, отчество? Золотухина Валентина Ивановна. Золотухина Валентина Ивановна. Нине привет. Ага, хорошо, я вам просто счастлив, что когда-то она это... Очень так, приятно. Лесная красавица, это тоже чудо. Но меня сейчас в данном случае на первом месте абрикосы. Почему? Их у вас не должно быть. Объясняю теперь молодежи. Может, когда-то вот мой приезд... какую-то роль сыграет в вашей жизни. Почему? Смотрите, цитирую самые солидные источники. Вспоминайте, какие были морозы. Так вот, при 25 градусах должны погибнуть все цветы. А у нас бывают такие теплые зимы? При 25 должны были все цветы погибнуть, при 30 все деревья. Ну, сибиряки. 25 и 30 было, но тем не менее они живут много лет. Вот. Так вот, значит... Больше, в смысле, ниже. Ниже, да. Бывало, так... прихватывало цветы, что мало плодов было. Да, было дело. И оставались живые. Оно всегда так. Но да. У нас из трех лет два точно плодоносят, правильно? Да. Ну, вот. Практически каждый год. Каждый теперь. Год. Больше, меньше, это уже другой вопрос плодов. Но каждый год плодоносят. Еще хочу и, так сказать, и холодный душ, и хочу, и чтобы была бочка меда. Вот эта прибрежная зона, огромная. Водохранилище есть везде. Везде вдоль них должны расти вот эти чудеса. Почему? Потому что у меня холоднее, сами знаете. Да, получается, что выдерживает до 40 градусов. Вот. Только, допустим, при 40 у меня эти продолжают плодоносить, если заморозков нет. Королевские роскоши могут пропустить урожай, вот единственное. А сами деревья не гибнут. Вот это предел. Это значит, что их должно быть тысячи, а об этом никто не догадывается. Раз. Теперь, молодежь, запоминайте, сайт Железова. Это если кого-то вдруг, однажды кто-то скажет, а мне это интересно. Вот, на этом сайте лучший в России абрикосовый сад. Плюс
сливовый сад, плюс неукрывные персики, плюс настоящая сладчайшая черешня, плюс шелковица, плюс гибриды, так, между этим и тем, вот. И нас мало, а мы уходим, вот так вот. Поэтому, может быть, может это судьбоносная, спасибо, может это судьбоносная встреча. Уже за то, что прилетели меня, за то, что показали, огромное вам спасибо. Вот дело в том, вам что спасибо за ваш труд. Дело в том, что вот пустая полоска, насчитал штук 20 абрикосов, ну все, ну куда это? А должно быть не 20, а 20 тысяч. Вот так. И еще никто толком не умеет их размножать. Вот. А сайт, я вам сказал, почему. На сайте все есть. Будет желание. Вот. Потому что, вот смотрите, вы прекрасный у вас палисадник. Извините, что врываюсь. Красоты необыкновенной. Вы потратили столько труда, что вот этого же труда может вырасти 1000 абрикосов. Вы поняли, на что я намекаю? Нет, серьезно. У вас, подчеркиваю, специально, я никогда, знаете, мне все хорошо, имея такой сад, как у меня, вот я сегодня утром встретил Тоторова, у него прекрасные сливы, там эти груши сладчайшие, вот. Я же его уже сколько раз это, придет время, и вас буду раскручивать, если надо. Почему? Я не могу никому завидовать, у меня все равно самое лучшее, да? Вот. Зато посмотрите, какое это самое, у вас начало. У вас первозданный, у меня испорчено, у вас первозданный амур. Вот, ну пусть там таких веточек несколько всего найдется на всем дереве. Это надо специально обрезку делать, чтобы ветки были на прививку. Вот. И так, и значит, Серафим тоже лучше моего, потому что у меня переделанный. Серафим меня измельчал, а амур стал крупнее, но уже другое дерево получилось, клон. Вот. То, что вы показали, королевский, я же всем жалую, что он у меня переопылился с мелочью, измельчал. А у вас-то королевский с королевским он сохранился. Ой, нынче вот. Вообще как никогда был. Вообще шикарно. Ой. Жалко, вот надо было недельки две пораньше приехать. Вы бы просто не поверили. Мы просто в таком восхищении, просто не верится на самом деле. Я всю жизнь опаздываю. Да, я здесь родилась и выросла, вот на этой благословенной земле. И у нас там, ну, росла только полукультурка и дичка, пронет, и черемуха. Это все, что у нас из садов было. Потом посадили обыкновенную там эту сливу мелкую. Но чтоб такой сад, у нас семья большая была, чтоб такой сад великолепный был, это просто была мечта, и просто не верилось, никогда не верилось, что тут может расти абрикос. У нас еще, кстати, зреет виноград, черный уже темнеет, чтобы был абрикос, груша, и в таком количестве, и такого качества, это просто вот правда, вот не высказать словами, какой восторг для Сибири. Я сама выросла, родилась, и вот эти все изменения климата, вот в связи с морем, эти все как бы на глазах переживала, переживаю, и вот, пожалуйста, результат этих климатических условий сибирских, именно сибирских. Для юга Сибири это вообще, конечно, великолепие. Ну, теперь я вам поплачусь и поеду. Так вот, вы мне, ваша сестра Нина, поверила, вот результат. А я ведь не зря про грушу спросил, я не вспомнил, когда сказал, нет, нет ли тут груши. Потому что лесная красавица, первая груша из культурных сад, которая начала размножать. Да, 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 великолепная вот. Груша тоже. И к чему я говорю? Вы поверили Валерий Кочин Железов 6 лет назад по приглашению. Правда, за свой счет приезжает в Москву на международную конференцию, записывается в докладчики, выходит на трибуну. Сейчас я вам объясню, в чем разница между вашим садом и той конференцией. Это я уже плачу с молодежью. Поймете, почему я такой наглый, почему к вам ворвался. Да я успокоиться не могу. Я выхожу на трибуну и говорю, вы знаете, вы неправильно сады выращиваете. Во-первых, нужно отменить все эти приемы по уничтожению садов. И начинаю перечислять, да. Они мне отключили микрофон, сказали, до свидания, ваше время истекло на 3-й минуте. Давали от 15 минут до 45 всем, а мне на 3-й минуте. Вот, то есть заткнули рот. Я растерялся, я говорю, а давайте, а я же вроде тоже не дурак, я говорю, вот это самое, у вас там сидит товарищ, вот перед этим там какой-то прибор, ноутбук, не ноутбук. Говорю, я туда закачал 50 лучших фотографий, абрикосы, сливы эти, вот, 50 лучших фотографий. Вы их покажите на экране, да, что я не болтун. И я уйду, я ничего больше говорить не буду. Вот, а диск отдал, оператор закачал, ну там молодой парень, вот как принято, молодежь лучше знает, закачал,
Вот. И осталось только нажать на кнопочку, и 50 фотографий вот с такими вот. Вот я сейчас крупный план, да? Вот. А у меня-то, я же вчера снимал абрикосы весом 110 грамм. Сливы снимал весом 80 грамм. Вчера только. У меня же это продавщица Оля. Вот. А знаете, Оля сказала та же, как вы. Вот. Правда, я и не совсем поверил. У меня 6-летний ваш этот абрикос также показала. Вот. И сказала, что у нее было, знаете, сколько ведер? 30. Я говорю, у такого деревца не может быть. Клянется, божится. Вот. Говорит, на 8 тысяч продала. Откуда взяла-то? Одно дерево. Вот так. Вот. То есть, ну, может, преувеличила. Но дело не в этом. Мне сказали, академик центральный, кто там, председатель, знаете, что сказал? Вы не заказывали показ фотографий. А то это 3 минуты, да, пролистать? Вот. И до свидания. И я ушел, зал молчит, молча. Я-то начал говорить про уничтожение деревьев собственными руками. Зал, громовая тишина, сел. Рядом сидит это главный редактор «Посаднего хозяйства», знаете, такой журнал. Вот, достает там лекарство, что-то там накапало мне. И с этим я уехал. Все. Так вот, смотрите. Какое невежество, да. Вот. Не, слово-то какое пример. Это не я сказал. Вот. Ну что, смотрите еще раз. Это для уникальные вещи. Для центральной России, да? Да, Москва. Казалось в Москве бы, да? же ни черта нету. Да, культурные как бы области, так вот, законодатели культуры. Вот так ну все, извините, у меня наболело на душе, а кому еще поплакаться? Ну правильно, мы должны об этом знать. Вот, и получается, что, еще раз говорю, это кадры не постановочные, я вас вижу первый раз всех, клянусь в этом. Вот так, с трудом уговорил. Молодежь так, по-моему, согласна. Вы себя увидите, правда. Ну и, наконец... Вот три сорта уникальных, четвертая груша. Это все нарисовать я не мог, потому что первые мои фотографии мне говорили, это фотошоп. Вот так. Ну что, до свидания, друзья. До свидания. Спасибо вам большое за ваш труд. Да нет, вам спасибо. Вы помогли приоткрыть еще маленькую тайну для всего мира. Вы думаете, и сейчас верят? Знаете, что они говорят? Это уже лизо двухметровый снег. Так. Кто из вас скажет, сколько снега было в этом году? А меня не было здесь, говорить. Поминайте. 20 сантиметров, наверное, да. Было. Так, теперь 20 сантиметров. Это 4 спичечных коробка высота. Да. Так, нет? Да? Ну-ка, скройте-ка этот абрикос. А мне говорят, что я скрываю. Ну все, я разговорился, потому что разволновался, вспомнил эту конференцию. Я счастлив, что я увидел чистые. Это просто для меня открытие, прежде всего для меня. Вот так, попеределал я их, там особая технология, вот, это самое, особая технология. Нет, это. Сначала это, вот что я показываю, это амур. Вот это они серафим. С хвостиком, пусть весь мир знает, как выглядят чистые амуры. Ведь это же мое первое поколение, это ж как сколько лет назад я с первого дерева ветки брал. Ну какое-то чудо, мне Бог послал вас в подарок. Вот, это серафим, еще раз, вот, вот он чистенький, у него всегда яркий бок, яркий такой, насыщенный, как говорится, да, но он круглый, видели? Сталенькая у вот, него. У меня сейчас все серафимы стали амурами, чистыми, а я просто дурею. Да, мне скажут, опять шарлатан. Ну вот смотрите, столько лет сидит, ну в принципе... Как у вас еще одно дерево есть? О. Да, да, вот это вот, наверное, серафим тоже, да? Да, это серафим что-то. Теперь уже вы знаете. Видите, ветку сломала. А у меня с десяток уже сломала, вижу. Жалко. Ну, вот, жалко, жалко. Да. Ну вот зреют, слушайте, вот все равно зреют. Зреют. Вот замазали и зреют. Ой, ну что, жалко расставаться, друзья. Заезжайте. Жалко. Заезжайте, рады будем. Там еще у вас деревья, но у меня уже нету сил, сегодня дикая жара. Вот это вот у нас груша тоже. Вот посмотрите, может вы скажете, какой сорт. Давайте, если не спелое, то... Качество не очень. Если не спелое, то... Очень вкусовые качества. Как-то значит, не моя. У меня все сладкие, значит, не моя. Она, кстати... Так. Немного ее нынче. Следов прививки не вижу. Она, наверное, покупала саженец. Наверное.
Но мы еще никто не жаловался. Вот по грушам равных нет. Вот эта вот малышка, она... Это столетняя, она еще наверняка старше, раньше появилась, чем я приехал сюда жить. Самая первая, да. Ну, она всегда вот это, плодоносит. Это естественно, я знаю откуда всегда это. Всегда плодоносит. Это с субботинской станции. Может быть. Такая, они были как, монополистами. Такая, как полукультурка. Да, это северянка. Такие средневкусовые качества. Это северянка. Все понятно. Ну, всегда, всегда много, всегда есть. Единственное, что она берет количество. Ну, количество. Нет, ну, на переработку она хороша. Да? Так, ну, ладно, еще показал вашу смородину. Жалко, вот недельки бы 2-3, вы бы тут вообще вот просто... А вот это вот, это тоже вот королевский или это серафим? Это, наверное, серафим, вот потому так. Что он отличается вот от этого дерева. Отличается? Сейчас отличается. Будем смотреть. Когда остаются немного, они плохо окрашены, их трудно. Ну, а для королевской они мелковаты. Серафим, наверное. Вот да, наверное. Такой выраженный наверное. Яркий красный бок. Первые сорта я продавал королевский, серафим и амур. Вот, вот из этой троицы. Ну, а вот теперь они уже... и есть, королевский, серафим. А теперь уже и вы начали понимать. Да, серафим.